Сегодня, когда экономическая ситуация из-за пандемии оставляет желать лучшего, самым правильным кажется осознанное потребление. Это касается и гардероба. И сегодня я расскажу вам, как свести к минимуму покупки нарядов, но при этом оставаться всегда разной и стильной. Легкий летний костюм прекрасно сочетается с воздушной блузой. Оригинальный бант добавляет пикантности. Металлизированные лодочки и сумка в тон прекрасно дополнят образ. Для похода в арт-галерею я рекомендую использовать все тот же легкий летний костюм. Только на этот раз мы его будем сочетать с черным базовым топом, атласными мюлями и оригинальной сумкой, которую можно одеть так, как вам захочется. Не лишним будет и прекрасный аксессуар в виде асимметричной серьги. Если вы собираетесь в гости, мы можем придумать новый комплект на базе того же костюма, с которым мы работали ранее. Сюда мы добавляем базовую футболку-алкоголичку, она может быть белого цвета, и брутальные сандалии с открытым носом. Добавить можно любые аксессуары. Я предпочла интересные серьги асимметричные и сатуар. Если вы собираетесь отправиться с подругой на кофе, я предлагаю сменить белую базовую рубашку на змеиный топ. Заменить удобные тапочки на элегантные бежевые мюли. Сумку вы можете вполне оставить ту же, с которой пришли на работу, только дополнить образ шикарными черными очками. Движение за вторичное использование, обмен и просто осознанное, вдумчивое потребление набирает обороты. Но прежде чем купить вещь, серьезно задумайтесь о ее коэффициенте полезного действия. На мой взгляд, лидером по КПД может стать брючный костюм. Он, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди.